День добрый, друзья. Сегодня у нас Galaxy Core. Такая сравнительно новая модель. И будем менять на ней слот сим-карты. Вот так он выглядит. Слот сим-карты и карты памяти. В одном модуле. Откручиваем заднюю панель. Снимаем. Антенный кабель, шлейф, экран. Снимаем плату. Вот он у нас выломан, если вам видно. Включаем фен. Ставим держать, снимаем камеру. Добавляем флюс. Температуру выставляем на фене 400-350 градусов.
Tiene un Nokia para los lados. ¿Quieres comer? ¿Puede? Sí. Gracias. Снимаем с держака. Добавляем флюс. Ставим новую. Так, чтобы все совпадало. Здесь у нас две направляющих. Сначала посадим их. Далее прихватываем все по периметру. Сим-карту, добавляем флюс. Снимем защитный экран. Лучше, конечно, иметь жало потоньше. Можем сменить жало нашим, достаем.
Впаяли. Ставим обратно защитный экран. Камеру. На свое место шлейф кабель антенны. Заднюю панель. Ставим сим-карту для проверки. Включаем телефон. И проверяем. Телефон запрашивает пин-код, то есть слот сим-карты у нас работает. Это был Galaxy Core. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Удачного дня!